Так вот, так звучит Солидар. Туда мы конкретно к Солидару не поехали. Там сейчас трасса простреливается. Туда нежелательно ехать. Встретили ребят, которые вышли с Солидара. Сейчас будем их подвозить. Попросили подвезти. Такое поговорили, узнали ситуацию. Так вот, так звучит Солидар. Туда мы конкретно к Солидару не поехали. Там сейчас трасса простреливается. Туда нежелательно ехать. Встретили ребят, которые вышли с Солидара. Сейчас будем их подвозить. Попросили подвезти. Такое поговорили, узнали ситуацию. Конечно, комментировать не могу. Все озвучит Генштаб. Что тут и как вообще происходит? Сейчас подвезем ребят.